Передовики жнива. У Гомельском районе сегодня ушановывали экипажи комбайнов и водителей тысячников на уборце сбожжа. Урочистости отбывались на палетках агрокомбината «Паўднёвы». С подробязностями Ганна Каральчук. Уборочная кампанія у нашай вобласці набліжаецца да свайго экватара. Гомельскі район нават перасягнуў адзнаку 60% убраных плошчаў. Пры гэтым казаць можна не толькі аб колькасці, але і аб якасці. Ураджайнасць значна перавышае леташнія паказчыкі. Так, у агракамбінаце «Паўднёвы» гэтая лічба складае каля 40 центнераў з гектара. Пад урожай 2020 года было пасеяна 2400 гектараў зерновых. Это три культуры у нас было: озимая пшеница, озимая трицекалия и яровой ячмень. Также у нас на зерновые цели посеяно 1000 гектар кукурузы на зерно. Уже, значит, убрано из зернового клина порядка 55%, где-то 1300 гектар. Идем, конечно, с опережением прошлого года. Погода позволяет, слава богу, пока все хорошо. Яровые зерновые, конечно, дают в этом году лучше. У нас порядка 50 центнеров идет. Ну, за счет них и поднимается урожайность. Уборка сбожа на предприемстве занимается 6 экипажей комбайнов и 5 одинок техники перевозят зерня. Зусім справляются оперативно, не глядячи на то, что коллектив переважно складается с молоди до 35 годов. Усе мают достатково в опыту и жадание быть сярод передвиков. Так, у лику первых тысячников «Паўднёвага» 2 экипажа комбайнов, один из яких молодежный, а так само один молодый водитель. Разом с ними еще один молодый водитель тысячник с Ксупурыцкая. Работаю около 5 лет. Это уже третья уборочная моя, которой становлюсь тысячником. В чем ваш секрет? Почему вы тысячник? Старание, стремление. Друг другу постоянно помогаем. Урожай нормальный. Может быть, даже в этом году побью рекорд свой. У лику узнагароджаных 6 человек. Яны атрымалі падзякі, грамоты и подарунки от Министерства сельской господарки и харчавання, Белорусского профсоюза работников агропромыслового комплексу, Гомельского райвыканкама и Союза молоди. Тысячники атрымалі символичные знаки лидер уборочной кампании 2020. Мы с радостью всегда чествуем наших передовиков, наших тысячников. Есть достойная смена, есть достойные коллективы. И в целом достаточно хорошая подготовка, организация уборки позволяет нам иметь темпы, их не снижать и, конечно же, приложить необходимо все усилия, чтобы все до зернышка поднять, собрать и положить в закрома. Дарэчы, по темпах жнива наш регион зараз лидер Украины. Ганна Каральчук, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель».